Почти на 10% увеличился в прошлом году размер банковских вкладов граждан Молдовы. В 2021 общая сумма депозитов достигла около 56 миллиардов леев. Это на 5 больше, чем в 2020. В декабре прошлого года физические лица хранили в коммерческих банках свыше 32 миллиардов 200 миллионов леев. В конце 2020 эта цифра чуть превысила 29 миллиардов. В иностранной валюте общий вклад составил 23 миллиарда 700 миллионов. Это на 2 с лишним миллиарда больше. Эти деньги как камень на шее банков, потому что объем кредитов, предоставляемых ими экономике, намного ниже, и у нас есть профицит ликвидности в банковской системе. Люди несут деньги в банк, но он не знает, что с ними делать. Всего в банковской системе в национальной и иностранной валюте хранится более 90 миллиардов леев.